Никаких телефонов, планшетов и прочих гаджетов. С такими словами встретили старшеклассников учителя лицея номер 15. Но в школе вовсе не экзамен, а отборочный тур по игре «Что, где, когда». «Росатом» проводит вот такой обширный форум для всех городов присутствия «Росатома». И именно в формате игры «Что, где, когда». Читается 30 вопросов, дети дают ответы. Та команда, которая получила наибольшее количество правильных ответов, она считается победителем муниципального уровня. За право защищать честь города на региональном уровне пришли побороться 18 команд, в каждой из которых по 6 человек. Главная задача – заработать максимум очков. И для того, чтобы найти правильный ответ на вопрос, старшеклассники должны были проявить свою эрудированность и умение работать в команде. В начале минуты вообще слышишь вопрос впервые и даже не подозреваешь, какой может быть ответ. Но работая в команде, слушая версии друг друга, это, в общем, очень неожиданно, вот как щелчок, появляется правильная версия, и это на самом деле очень приятно. Это, во-первых, саморазвитие какое-то, просто узнать что-то побольше, возможность показать себя, возможность просто увидеть других людей, возможности других людей. По итогам игры победителем стали ученики лицея номер 3. И уже 24 марта они отправятся на региональный форум в Нижний Новгород, где им предстоит сыграть в финале «Что, где, когда» в онлайн-режиме. Ирина Вышегородцева, Владимир Есенников, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.